Депутаты городской думы ушли на каникулы. К своим обязанностям они вернутся в августе, а накануне прошло последнее рабочее заседание. Главный вопрос в повестке – распределение 129 миллионов рублей. Самым затратным – проект берегоукрепления набережной. На оплату уже выполненных работ депутаты направили 100 миллионов рублей. 14 миллионов идут на строительство дороги в Северном микрорайоне, 10 получат коммунальщики на реконструкцию коллектора и ремонт тепла и водоснабжения жилых домов в Астрахановке. Продолжится строительство хирургического блока, на работы выделили 4,5 миллиона. Также на последнем заседании депутаты заслушали отчет главного полицейского Благовещенска Александра Чистякова. Он отчитался о работе за полгода. Кстати, у народных избранников накопилось много вопросов к полицейским. Организация правопорядка на кругах депутатских, это взаимодействие все-таки с участковыми уполномоченными, потому что жители непосредственно вступают в контакт с работой участковых. Все бытовые проблемы, которые возникают административного характера, все связаны с работой участковых полицейских. Ну, я думаю, что по работе ГИБДД тоже будут вопросы задаваться, потому что есть проблемы по регулировке некоторых перекрестков движения, организации движения по городу Благовещенск.